Ну что, такое приятное было у нас утреннее видео. Еще раз приветствую всех, кто к нам присоединился. Еще раз хочу вам представиться. Меня зовут Анна Мишланова. Компания Амботис продолжает цикл семинаров на тему «Греция. Актуальное направление». И сегодня мы с вами говорим о Крите. Те, кто был, присутствовал и смотрел, слушал, самое главное, наш вебинар по острову Родос, который вчера мы проводили в Солнечной Греции, наверное, уже ознакомен с частью той программы, которую я сегодня озвучу. Однако для наших новых зрителей я бы хотела повторить. В первую очередь, по традиции, мы начинаем с представления холдинга компании Амботис. Потому что важно, это наш дом, это наша семья, и вы для нас наши партнеры, которые, мы очень надеемся, тоже войдете в эту семью, если еще не успели этого сделать. Кстати, друзья, большая просьба, если вы знаете кого-то, кому была бы очень полезна ссылка на наш вебинар, отправьте ее прямо сейчас, пусть люди к нам присоединяются, мы только за, будет много полезной, актуальной, интересной информации, поэтому я думаю, что это не будет лишним. Итак, приступим. Холдинг компании Амботис. Компания Амботис на рынке уже с 93-го года, то есть 23 года профессионального ежедневного труда на поприще туристического рынка. Сами понимаете, опыт колоссальный. За это время компания выросла в огромный холдинг, в который входит не только туроператор Амботис Holidays, но также и сети отелей. Это Xenius Ventures Hotels, это Ellen Hotel. Входят компании, которые обеспечивают нашим туристам, и в том числе вашим туристам, замечательное трансферное обслуживание, такие как Panelin Rent-A-Car, такие как Panelin Petroleum. Что это значит? Panelin Rent-A-Car – это компания по аренде автомобилей. Благодаря тому, что мы имеем собственный парк автомобилей, благодаря тому, что мы сами имеем возможность контролировать качество машин, контролировать исправность автомобилей, их чистоту, мы всегда можем с гордостью и с уверенностью отвечать за качество обслуживания. Соответственно, когда ваши гости приезжают на Халкидики, они могут с уверенностью бронировать автомобили в Panelin Rent-A-Car, пока эта компания действует только здесь. Также входит компания Panelin Petroleum, которая является заправочной станцией. Именно здесь обслуживаются в том числе и наши автобусы, что гарантирует качество трансфера, потому что, сами понимаете, хорошая заправка, хороший бензин – это важно, хорошее топливо. Далее в компанию Амботис входит холдинг компании Амботис входит Panelin Domi. Panelin Domi – это компания по аренде и продаже недвижимости. Соответственно, приезжая в Грецию, ваши гости всегда могут приобрести полный спектр услуг по реал-эстейт сфере. В реал-эстейт сфере купить, арендовать, полные консультации – это тоже является нашей такой гордостью. Компания Амботис, кроме этого, занимается MICE обслуживанием. Амботис MICE называется подразделение, и оно курирует организацию проведения всех мероприятий, конференций. Мы готовим под ключ самые невероятные события. Я думаю, те партнеры, которые успели с нами поработать, могут это подтвердить. И у нас очень хорошая репутация в этой сфере, поэтому, друзья, если у вас есть какие-то групповые заказы, пожалуйста, обращайтесь к нам, можете быть уверены, что проведем все в лучшем виде. Наиболее интересная и значимая компания, которая также входит в холдинг, это Благовест Паломник. Компания организовывает туры, паломнические туры по Греции и Италии. И могу сказать, что благодаря профессиональным специалистам, профессионалам высокого уровня, которые в компании, мы, конечно же, наверное, лидируем в этой сфере, и паломнические туры проходят всегда просто великолепно. Во-первых, специальные программы, которые разрабатывают наши специалисты. Во-вторых, их глубокое и истинное знание православных святынь и традиций обеспечивает
взаимодействие на таком уровне, после которого возникают просто душевные связи, очень сокровенные, великолепные получаются туры. Я немножко волнуюсь, поэтому я прошу вас сделать скидку, сейчас я немножечко разойдусь, все будет очень хорошо. Кроме того, в компании Ambotus Holding, ходит рекламное агентство Melon Upgrade. Это агентство выполняет все услуги по продвижению, изготовлению сайтов, в общем, весь спектр рекламных услуг тоже является такой вот изюминкой холдинга. Помимо всего этого, у компании Ambotus имеется генеральный агент по продажам билеты Aegean Airlines в Тбилиси. Вы можете видеть этот логотип тоже на нашем слайде. Aegean Blue, гласит он. Вот так вот. Два небольших, но очень значимых логотипа, о которых осталось мне рассказать, и две компании. Это благотворительный фонд Ambotus Foundation, которым оказывает помощь, поддержку, безвозмездную поддержку в организации каникул детям и подросткам в России и Греции. Представлен также на нашем слайде. Могу сказать, что немногие туроператоры и холдинги могут себе позволить такое, однако вот благотворительность является одним из важных и нужных видов деятельности, и президент компании Ambotus Holding очень трепетно относится к этому, поэтому этот фонд существует и приносит много-много радости и счастья всем, кому это необходимо. И последний оранжевый слоненок, Elephant Holiday Club, так называемый, это анимационный клуб, который существует в Греции, на Кипре. В этом году прошел ребрендинг. Раньше, возможно, вы знали этот анимационный клуб Club Salut. Однако в этом году его назвали Club Elephant, произошел ребрендинг. Он активно будет существовать в трех отелях. Это Symmetry Beach, это Malama на Кипре и это Cyprotel, который расположен на острове Корфу. Что хочу сказать на тему Elephant Club. Мы расширили, улучшили программы. И отдых в этом году, семейный отдых, обещает быть действительно эксклюзивным и заслуживающим всяческих похвал. Поэтому, пожалуйста, обратите свое внимание, когда вы бронируете отдых для семей с детьми, возможно, им будет очень интересно поучаствовать в этой программе. Да, я вот вижу вопросы. Club Elephant, это то же самое с клубом Салют. Это ребрендинг клуба Салют. Мне будут помогать мои коллеги в чате отвечать на некоторые вопросы. И я попрошу, чтобы, конечно же, основное количество вопросов, которые у вас будут возникать в течение нашей беседы, вы постарались задать в конце нашего вебинара. Так будет проще. Конечно, коллеги будут меня подстраховывать, однако у нас будет на это специальное время, мы тоже включим вам видео и сможем об этом поговорить уже более конкретно, о тех вещах, которые вас интересуют. Сейчас перед вами карта офисов компании Ambotus Holidays, да, то есть это российско-греческий туроператор, карта, которая показывает флажками, где расположены наши офисы. К сожалению, Китай сюда не поместился, однако могу вас заверить, что офисы компании Ambotus Holidays существуют также и в Китае, и в Сербии, и во многих-многих-многих городах России, которые вы видите на нашей карте. Поэтому надежные партнеры у вас, где бы вы ни смотрели, откуда бы вы ни смотрели наш вебинар, существуют. Опять-таки, на последнем слайде мы укажем все адреса, все контактные телефоны и данные, по которым вы можете связаться с нашими специалистами в России. Кроме того, хочу заметить, что если кому-то потребуется эта презентация, возможно, вам она понадобится по какой-то причине, мы ее с удовольствием вам пришлем, ну и, разумеется, выложим видео в интернет, для того, чтобы коллеги ваши, те, которые не смогли присутствовать, могли
ознакомиться. Ну что же, наши стратегические партнеры, которых тоже следует представить, это Aegean Airlines. Мы сотрудничаем с компанией Эгейские авиалинии уже с 2009 года. Они являются одними из наших главных, основных партнеров. Хочу сказать, что ни у кого не возникает сомнений в качестве этих авиалиний. Кроме того, самолеты Эгейских авиалиний не старше 5 лет практически все, поэтому на регулярных и рейсах ваши туристы могут спокойно отправляться в Грецию с нашими партнерами. Европейский сервис и качественное обслуживание им обеспечены. Ну и также наш партнер, генеральным представителем которого мы являемся в Греции и на Кипре с 2012 года, это компания UTAIR. Полетная программа. Полетную программу на Крит мы представляем из Москвы и Санкт-Петербурга и города Ростов. Вы можете ознакомиться с ней на этом слайде. Думаю, что скоро вы все будете знать ее наизусть практически. Регулярные рейсы осуществляются по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям по маршруту Москва, Иркутск, Москва. И по вторникам, средам, пятницам и субботам по маршруту Санкт-Петербург, Иркутск, Санкт-Петербург. Ну а из Ростова можете отправлять смело своих туристов по четвергам. Прекрасный, мне кажется, день для того, чтобы отправиться на остров Крит. Немного сказала о компании, о наших партнерах. Давайте перейдем уже к непосредственно к теме нашего вебинара. Великолепный, потрясающий, невероятный, завораживающий остров Крит. Перед собой вы сейчас видите карту, однако я немножко хотела бы остановиться на том вопросе, почему именно Крит? Почему следует отправлять своих гостей, своих, я говорю в качестве принимающей стороны, своих туристов именно на Крит, именно в Грецию? Нас в связи с последними событиями, да, когда наверняка многие из вас будут сталкиваться с тем, что клиенты переориентируются, и клиентам нужно предложить что-то новое, я считаю себя просто обязанной пометить для вас некоторые хайлайты по Греции, которые, безусловно, помогут вам в продажах. Итак, что такое Греция, в первую очередь, для туриста, и почему необходимо ехать в Грецию? В первую очередь, это, конечно же, культура вероисповедания, которая является идентичной с основным вероисповеданием в Российской Федерации. Да, Греция – это православная страна. Православная страна, соответственно, у наших гостей это вызывает позитивные эмоции. И более того, я хочу вам сказать, что греки очень любят русских именно по той причине, что у нас одна вера, потому что мы православные. Помимо всего прочего, православная страна является неким оттенком и гарантии безопасности. Греция – это в том числе и безопасность. Именно здесь молодая девушка, которая путешествует в одиночестве или с подругой, может чувствовать себя максимально комфортно. То есть никогда в Греции вы не увидите к себе неуважительного отношения. Это является, согласитесь, очень большим плюсом, особенно в те времена, в которые мы живем. То есть безопасность – это прежде всего, конечно. Великолепные пляжи, о которых вы наверняка знаете очень много. Потрясающая природа. Греция – это страна, которую нужно смотреть, которую нужно видеть, по которой нужно ездить, путешествовать. Обязательно брать экскурсионную программу, потому что побывать в Грецию, которую мы читали еще начиная с 5 класса в учебниках истории, великолепные мифы Древней Греции, все это вы можете прочувствовать, узнать, увидеть, вкусить именно здесь. Именно поэтому, пожалуйста, говорите своим туристам о том, что если вы поедете в Грецию, вы соберете так
такую массу впечатлений, которая останется вместе с вами, ну, если не на всю жизнь, то до следующего года точно, именно потому, что очень много репитеров, то есть людей, которые из года в год приезжают по причине того, что остается в сердцах эта замечательная страна. Конечно же, греческая кухня. Какой русский, как и грек, не любит вкусно покушать? Здесь хочу обратить особое внимание на экологию продуктов. Например, на острове Крит, про который мы с вами говорим сегодня, запрещено использование химических удобрений. И, соответственно, все те овощи, фрукты, которые выращиваются на острове, они экологически чистые. Поэтому, приезжая на Крит, ваши гости могут быть уверены, что поправляют здоровье не только при помощи солнца, моря, замечательной погоды, чистейшего воздуха. Кстати, это тоже очень важно, потому что по последним пробам, которые брали специалистами, воздуха, Крит действительно является экологически чистым. Поэтому реабилитационные туры или просто поездки после каких-то для того, чтобы восстановить свой организм, на этот остров очень рекомендуемы. Лучшее оливковое масло производится также на Крите. И эти великолепные плантации олив, которые просто покрывают практически всю горную часть острова, несмотря на то, что остров является достаточно каменистым, это, конечно, производит всегда большое впечатление и открывает некую дверь волшебную, когда хочется радоваться всему тому, что ты видишь. Хочу заметить, что очень сильно в последнее время критские виноделы подтянули свое умение в производстве вин. И именно здесь любители или, возможно, знающие сомелье могут ведать потрясающие как молодые, так и зрелые вина, которые отличаются мощным комплексным ароматом, гармонией вкуса и богатым букетом. Поэтому, если среди ваших гостей есть люди, которые любят вино, скажите им о том, что греческое вино иногда даже лучше, чем итальянское, несмотря на то, что оно молодое. Просто это нужно открыть и узнать. Ну, конечно же, нельзя не сказать о меховых богатствах страны, да, все знают замечательную Косторию. На Крите множество магазинов шубных, в которых можно приобрести шубы, привозящиеся с лучших фабрик Греции, в том числе из Костарьи, и, соответственно, качество этих шуб, оно очень-очень славится, и нужно сказать, что даже зимой эти шубы отправляют в Дубай. Соответственно, греческие шубы, они покрывают вот так вот весь мир именно благодаря своему качеству. Ну и то, что интересует именно нас с вами сегодня, я имею в виду более суженное направление, это, конечно же, разнообразная отельная база. Да? То есть именно на Крите вы можете предложить своему клиенту практически все, что ему может прийти в голову. От небольших апартаментов до шикарных лакшери, отелей или, возможно, уединенное бангало где-нибудь на юге острова, чтобы никого вокруг и только горы и море. А можно даже устроить проживание в деревне горной. Кроме того, Крит рекомендуется для всех типов отдыха, поэтому если вы зададите вопрос о том, кого отправлять на Крит, я вам могу смело ответить всех. Всех. Потому что здесь есть возможности и для молодежного вида отдыха, и для респектабельного, и для спокойного, и для, соответственно, активного, потому что есть места на Крите, где открытая береговая линия, и в зависимости от сезонности, в начале и в конце сезона, это май и октябрь, дуют сильные ветра, соответственно, прекрасные возможности для серфинга, виндсерфинга и же с ним. Поэтому все, что можно представить, сосредоточено действительно именно здесь. Я хочу, чтобы у вас это отложилось в голове для того, чтобы первое, что вы вспоминали, когда к вам приходит клиент, это нужно отправлять его на остров Крит. Разнообразнее, чем многие другие острова и направления, а
островов в Греции, как вы знаете, 1000, он самый большой и самый южный. Крит регионально можно разделить на несколько частей. Ну, в первую очередь, конечно же, это так называемые административные центры или номы. Сейчас вот я показываю вам, мы так разделили их красными линиями на карте, для того, чтобы вам было удобно. Я подробнее остановлюсь на каждом из номов. Что хочу вам сказать. Действительно, когда вы приезжаете на Крит и просто проедетесь по острову, поэтому вы своими глазами увидите, как меняется природа с востока на запад, с севера на юг. Потому что, например, на севере температура воздуха на 2-3 градуса ниже, чем на юге, а юг омывается Ливийским морем, да? Крит омывается 4 морями. А вот на юге температура воды ниже на 2-3 градуса, а температура воздуха выше. Соответственно, если просто гости возьмут на прокат автомобиль и отправятся путешествовать по острову, они увидят совершенно, увидят и почувствуют, ощутят на себе совершенно разные атмосферы этого острова. Кроме того, западная часть зеленее, гораздо зеленее, чем восточная. И уже если отправляться от Агиуса Николаоса в сторону Ханьи, вы можете увидеть, как раскрываются пышными букетами горы, как намного зеленее становятся деревья, как пейзажи приобретают совершенно другой вид. И, конечно же, эта часть очень любима нашими туристами, потому что русские люди любят, чтобы было зелено, чтобы было море. Ну, вот все это может быть изучено на острове Крит. Что касается региона, центральная часть сердцевина острова, конечно же, это горы, плато, бесконечные плантации оливковых деревьев и апельсиновых деревьев, то, о чем я уже упоминала. Ну и туда интересно достаточно отправляться в качестве экскурсии. Аэропорт города Ираклион находится на севере, да, как и сам город. Именно туда прилетают ваши туристы, и это очень удобная отправная точка, потому что трансферы становятся недолговременными и достаточно комфортными для любых гостей. Итак, давайте перейдем к первому региону, который мы хотим показать и о котором мы хотим вам рассказать. Это регион Ла-Сити. Агиус Николаус и Лунда являются такими знаковыми районами этого региона. Агиус Николаус является административным центром, он изображен вот на картинке с потрясающим закатом. Его называют еще Критским центром Пезом. Потрясающая атмосфера, небольшое озеро прямо в центре города, в Уалезмене, говорят по легендам, там купалась, принимала ванны сама Афродита для того, чтобы приобрести красоту. Не зря Сан-Тропес, потому что именно эта часть Ла-Сити, восточная часть острова, она считается самой респектабельной для отдыха. Да? В те времена, когда на Крите уже зародился туризм, зародился он в начале 50-х годов, именно эта часть стала развиваться самой первой. Это во-первых. А уже спустя какое-то время, когда обширную популярность получил остров Миконос в качестве лакшери-резиденции всех сильных мира сего и знаменитостей, в том числе мирового уровня, Ла-Сити и районы Лунда продолжил держать свой уровень престижных отелей, но сюда отправлялись те люди, которые не хотели, чтобы за ними постоянно следили папарацци. То есть, если это была какая-то кинодива мировая, было интересно отправиться на Миконос для того, чтобы показать себя во всей красе. А вот президенты стран и главы государств, они спокойненько себе ехали в Лунду для того, чтобы остаться незамеченными, но получить потрясающий сервис, замечательный отдых и, в общем-то, насладиться своим отпуском в уединении, покое и на высоком уровне. Кроме того, эту часть можно характеризовать еще и такой штукой, как замечательными пляжами. Пляжи здесь действительно прекрасные. Благодаря тому, что вся береговая зона Ла-Сити испещрена большими бухточками, очень комфортная погода образовывается именно на пляже, то есть безветренная. Это комфортно для купания, это комфортно для отдыха с маленькими детьми, пологие входы в море. То есть здесь и девушки, которые не очень уверенно чувствуют себя в море, и маленькие детки могут прям замечательно, расслабленно насладиться морскими водами
острова Крит. Регион подходит в том числе для романтического и престижного отдыха, опять-таки, как я уже говорила, именно благодаря потрясающей отельной базе, которая здесь расположена. А сейчас мы перейдем с вами уже непосредственно к отельной базе. Я буду проговаривать отельную базу, постараюсь проговорить ее побыстрее. Основные рекомендации вы сегодня получите. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте нам их и в чате в письменной форме, а также можете пользоваться электронным адресом, это crs@cambodis.gr, либо обращайтесь к своим представителям по вашему городу. Это Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Ульяновск, Казань и так далее. Все наши офисы, они будут с радостью помогать вам и содействовать в вопросах консультации. Итак, Domes of Elunda. Чем характеризуется данный отель? Это отель класса люкс, потрясающий отель, который расположен в Агиусе, недалеко от Агиуса Николауса, в районе Элунда, в уединенном месте с видом на потрясающий остров Спиналонга. Кроме того, в этом районе расположен один из самых красивых заливов в мире, залив Мирабелла, о котором было сложено достаточное количество стихов, песен, и которые были описаны во многих произведениях художественной литературы, особенно греками, особенно Никосом Казантзакисом, который говорил, что Крит – это не остров, это состояние души. Итак, комплекс спускается каскадом к частному пляжу. В Domes of Elunda гости себя действительно почувствуют в гармонии с природой, и благодаря средиземноморской архитектуре и тщательно подобранным интерьерам в отеле присутствует мебель ручной работы, мягкие тона и, в общем, все необходимое для релакса. Потрясающая кухня, которая немножко напоминает... Не немножко напоминает. Потрясающая кухня, которая сравнима с лучшими ресторанами мировыми, потому что повара здесь действительно очень качественные. Что хочу сказать об этом отеле также. Зимой 2014 года в отеле было построено 20 частных резиденций с собственной рецепцией и рестораном, который занимает 700 квадратных метров. Построены, значит, они были для того, чтобы сделать некую часть отеля немножко изолированной. Она находится как бы немножко в отдалении от основной части, однако там есть вся инфраструктура, в том числе теннисный корт, но до ресепшена отеля предлагается гостям использовать клаб-кары для того, чтобы, соответственно, не проходить все это расстояние пешком. Виллы имеют возможность объединения, поэтому очень удачный вариант для тех, кто приезжает с семьями или большими компаниями. Собственный песчаный пляж и вход в него по тоннелю, поэтому, собственно, не будет никаких проблем в том, чтобы перейти через маленькую дорожку, которая отделяет этот комплекс вилл. Опять-таки, на картинке вы сейчас видите общий пляж основного отеля, а я сейчас говорю про комплекс вилл, который находится немного в отдалении. Минус Бичар. Это следующий отель. Потрясающий отель. Могу сразу сказать, что гостей до 18 лет туда не пускают. Он входит в группу отелей Blue Jar Resorts, а также престижную гостиничную цепочку Small Hotels of the World. Основной комплекс и часть бунгало – это составляющие здания этого отеля. В чем его особенность, в чем его отличие? Во-первых, конечно же, это цена-качество. Отель гарантирует вам потрясающий сервис, замечательная кухня, но, кроме того, спокойная анимация и большая уютная территория, зеленая, и работы современных греческих и зарубежных художников, которые представлены на территории отеля и стоят, превращают его практически в арт-галерею, по которой просто приятно прогуляться. Этот отель, конечно же, любим людям уже, которые ценят искусство, которые хотят спокойный и престижный отдых. Кроме того, то, что он находится совсем недалеко от города Агиус Николаус, и можно дойти, прогулявшись по набережной, делает очень удобным отдых здесь. Переходим к следующему слайду. Следующий слайд – это отель Калимера Крити. Как меня попросили заметить сегодня, этот отель Калимера Крити вы можете также
знать, как Robinson Club. И когда вы бронируете, имейте в виду, что Calimera Crete и Robinson Club – это тот же самый отель. Просто вот, собственно, вот так вот он называется сейчас. Он расположен в Сиси. Что здесь, какие здесь особенности? Отель как бы состоит из трех критских деревушек, объединенных вместе на общей территории. Здесь два собственных пляжа, которые разделены неким пирсом. Один пляж в том числе протяженностью 300 метров. Очень комфортный второй пляж в виде песчаной бухточки, песчано-галечной бухточки, скажем так, вот, которые тоже могут использовать гости отеля. Самая основная особенность этого отеля – это ресторан, который находится в естественной пещере, так называемый ресторан Спили. Очень прекрасные романтические вечера там проводятся и проводились многими парами. В общем, место, которое действительно стоит посетить. А главный корпус выполнен в стиле Минойского дворца. Отель, я думаю, не понаслышке вам знаком, и о качестве говорить не приходится. Качество здесь потрясающее. Грик-отель Мили Палас. Это небольшой отель в сети отелей Грик-отель. Однако, как и все Грик-отели, он вполне соответствует грекотелевскому качеству высокого уровня. Небольшая территория, однако благодаря тому, что она зеленая, здесь потрясающий пляж, здесь прекрасное море, совсем неподалеку, где-то в 3-2 километрах находятся ближайшие деревушки, этот отель мы, конечно же, рекомендуем для отдыха с детками. Кстати, туда заезжает замечательный паровозик, который делает экскурсии по ближайшим деревням, и не надоедает эта процедура, поверьте мне, детям в течение всех 2 недель или 10 дней, которые они пребывают на отдыхе. Кроме того, хочу заметить, что в этом году Грик-отель включил специальные программы для детей. В том числе это футбольный клуб, футбольная школа, которая будет работать в определенные даты сезона. Это вы можете уточнить у нас, у нашего отдела бронирования и также у специалистов. Я сейчас не буду на них подробно останавливаться. Кроме того, это программа, которая включает в себя курсы макияжа для деток, модельные школы, где детки могут поучиться, ну, детки, подростки могут поучиться стать небольшими модельными звездами, их научат, как правильно ходить, как правильно одеваться, как выбирать себе одежду. Очень, мне кажется, достойное занятие на отдыхе, прокачать свой имидж уже начиная с 13-14 лет, научиться правильно и красиво представлять себя и научиться чему-то новому. А научиться чему-то новому еще можно будет в Грик-отеле, потому что также сеть отелей включила в свои программы урок греческого языка и уроки английского языка, в том числе для взрослых с профессиональными преподавателями из Англии. Кандия Парк Вилледж. Ну, что сказать про этот отель, я думаю, вы тоже его прекрасно знаете. Он расположен в Лунде, замечательная четверка, 40 километров от аэропорта, а значит, трансфер не будет утомительным. Пляж в отеле песчано-галечный. Хочу заметить, что береговая полоса, как вы видите на картинке, достаточно узенькая. Однако это не мешает абсолютно никак гостям, и репитеры сюда приезжают из года в год, потому что им очень нравится атмосфера этого отеля. Он, опять-таки, выполнен в качестве критской деревушки, и все улочки ведут на центральную площадь, на которой высится эта башня с флюгером, часами, которую вы тоже видите на нашей фотографии. Там же находится основной ресторан. Прекрасный отель для семейного отдыха. Все номера оборудованы кухонными уголками. То есть это такой замечательный апарт-вариант недалеко от, опять-таки, Агиуса Николауса, Элунды. То есть такой отдых в престижной зоне, но достаточно приемлемый. Мистрал Бэй. Мистрал Бэй – это небольшая четверка, городская четверка, городской отель. Он расположен в 8-этажном здании,
практически на набережной Айюсу-Николауса. И здесь совсем неподалеку находится автобусная остановка, буквально в 100 метров, от которой гости могут отправиться в любую точку острова, собственно говоря, даже в Ирклион, заплатив всего 6 евро за муниципальный автобус. Ну, конечно же, мы рекомендуем исследовать остров на автомобиле в первую очередь. Для тех гостей, которые любят ночной образ жизни, которые хотят посещать таверны и кафе, которые хотят жить полной жизнью и видеть, как живут местные жители, очень рекомендуем данный отель. Небольшой галечный пляж есть в 80 метрах от отеля, однако основным плюсом я могу выделить прекрасную панорамную площадку. То есть вы прекрасно знаете, что на Крите нет высоких зданий, 8 этажей – это уже достаточно много. И вот эта вот крыша, на которой расположен бар, на которой расположен бассейн, что немаловажно, у городского отеля, да, она, конечно же, придется по нраву тем, кто любит глазами. Потрясающий вид на заливы, на гладь морскую, придется по вкусу. Этот отель я бы рекомендовала, конечно же, для молодых более людей, для путешественников, которые хотят взять машину на прокат, путешествовать, которые хотят быть вблизи городской жизни. Идем дальше. Федра Бич. Это достаточно простенький отель с небольшой территорией, однако, что здесь хорошо? Здесь потрясающий песчано-галечный пляж, который находится буквально вот через небольшую дорогу в 50 метрах от отеля. Опять-таки, сочетание цена-качество для этой троечки вполне достойное. Федра Бич – замечательный номерной фонд, как вы видите. Посмотрите, здесь представлен один из номеров. Бронируйте, потому что отель действительно является прекрасным вариантом размещения в хорошем престижном районе. Опять-таки, недорогое размещение. И мы закончили как-то очень быстро, могу сказать, с отелями в части Ираклиона, в части, простите, Ла-Сити, переходим к Ираклиону. Ираклион – это... Мы сейчас говорим не про город, мы сейчас говорим про административный центр Ираклион. Административный центр Ираклион включает в себе тоже несколько деревушек. Это и Солида, Малия, и Херсонесус, да, оживленные курортные городки, которые давно уже привлекают молодежь со всего света благодаря своей активной ночной жизни. Могу сказать, что в Малии, например, сконцентрировано очень большое количество европейцев, которые безумно любят этот район, которые из года в год туда приезжают. Они любят посещать клубы, они любят вечеринки, которые устраивают на пляже, они любят вечеринки, которые устраиваются на лодках, так называемые boat-party, и, в общем, всячески сюда стремятся. А вот большинство российских туристов, конечно же, сосредоточено в районе Херсонеса. Он немножко спокойнее по сравнению с Малией, в ночное время, прошу заметить, потому что в дневное время они, конечно же, относительно спокойные. И, пожалуйста, заметьте, что отели, которые мы сегодня представим, те, которые находятся в регионе Малия, они расположены не в самом городе, а чуть-чуть подальше, так, чтобы гости имели возможность и спокойно отдохнуть, если они того желают, и включиться в ночную жизнь и провести свой досуг именно вот в таком вот бурном темпе. Херсонесус, как я уже заметила, он более любим российским туристам. Здесь тоже есть такой walking street с клубами. Знаете, как в Петербурге строили дома очень плотно друг к другу для того, чтобы ветер не задувал с Финского залива. Вот иногда у меня возникают ассоциации, что в Херсонесе таким же образом построили вот эти вот улицу с клубами, барами и кафешками прямо на набережной города, потому что вы прогуливаетесь, и у вас по правую руку море и кафетерий, а по левую руку у вас клубы, бары и, в общем, всевозможные увеселительные заведения, сувенирные лавки и магазины, магазины с одеждой, ювелирными изделиями. В общем, все, что можно пожелать, вы найдете в Херсонесе. Этот район, конечно же, мы больше рекомендуем для молодежи, потому что там будет весело, там не будет скучно.
Аниса, Расаналипси, Губис и Амудара, есть еще такие райончики, они больше уже подходят для семейного отдыха, потому что здесь много песчаных пляжей, открытые береговые полосы, линии. На эти пляжи, хочу заметить, ездят даже местные греки, что является достаточно хорошим показателем качества и обслуживания на пляже, да, потому что есть бары, и самих пляжей. Кроме того, неподалеку есть аквапарки, конные фермы, где можно покататься на лошадках с детьми, в том числе на маленьких пони. В общем, много-много-много всего, пляжные волейболы, ракетки, для того, чтобы чувствовать себя комфортно и спокойно в семейном кругу, или спокойный отдых с компанией будет тоже здесь хорош. Опять-таки, что касается самого города Ираклион, который представлен у нас на картинке, здесь отели только городского типа, пляж городской отсутствует в городе, однако сюда очень любят, и мы рекомендуем отправляться на шопинг для того, чтобы побывать в лучших ресторанах, в лучших рыбных тавернах или в лучших мясных тавернах. Кстати, имейте, пожалуйста, в виду и говорите своим туристам, что в Греции есть отличие между заведениями, и если рыбная таверна, то лучше там все-таки есть рыбу, потому что ее там будут готовить великолепно. То есть вот такой вот нюанс, не знаю, смогла ли я вам правильно его объяснить, но имейте это в виду. Итак, по региону мы прошлись, кого отправлять сюда более или менее понятно. Переходим к отельной базе региона Ираклион. Это грек-отель «Амирандес», конечно же, в первую очередь представляем его. Вода, камень и песок. Вода, камень и дерево. Прошу прощения, концепция этого отеля. Потрясающий отель, лакшери, размещение, замечательный сервис. Наверное, один из самых лучших на Крите. Скажу честно, не кривя душой, один из моих любимых отелей. Он задуман в стиле минойских королей и венецианской знати и соответствует своей задумке на все 100%, а то и превосходит ее. Что здесь хочется сказать? Опять-таки, все те программы, которые я уже обозначила, говоря про грек-отель «Мили Палас», действуют и в грек-отеле «Амирандес». Особенностью является, конечно же, большое количество ресторанов, их 5, в том числе с фьюжн кухней. И в одном из ресторанов, ну это для любителей и ценителей, хочу заметить, что существует даже коллекция керамики Пабло Пикассо. Это в ресторане «Минотавр». То есть ваши гости могут чувствовать себя на действительно хорошем уровне, отправляясь в этот отель и посещая прекрасные рестораны. Живая музыка по вечерам, там поднимается в бассейне платформа, подсвечен бассейн небольшими лампочками, которые имитируют звездное небо. В общем, ничего романтичнее летней августовской ночи представить себе невозможно, чем ужин в прекрасном ресторане грек-отеля «Амирандес». Опять-таки, спа замечательные, на исключительно уникальных компонентах, специальные процедуры, экологически чистые продукты, редкие благоухающие травы Крита используют специалисты СПА, поэтому, пожалуйста, вот для такого релакс-престижного отдыха своих гостей отправляйте в грек-отель «Амирандес». Нано-Бич. Нано-Бич – это замечательный отельчик, тоже 5 звезд. Он находится как раз-таки вот недалеко от Мали, в Мали. Семейный отель с уютной зеленой территорией, достаточно развитая инфраструктура. Здесь можно как плюсы отеля выделить питание и анимационные программы. Опять-таки, находится он недалеко от Херсониса, от города Херсонисус, поэтому вечерние прогулки придутся гостям очень по вкусу. Активный семейный отдых с маленькими детьми – это Нано-Бич. Херсонисус Палас. Херсонисус Палас – это небольшой, но городской отель. Он как раз-таки расположен вот в начале той самой улицы, Walking Street Херсонисус, про которую я уже говорила. Херсонисус Палас
не имеет большую территорию, и, можно даже сказать, имеет совсем небольшую территорию, в том числе аннекс здания находится немножко подаль. Однако гости, которые приезжают в аннекс, они пользуются, конечно же, инфраструктурой отеля, там есть большой бассейн, что удобно, рядом с жизнью, рядом с ночной жизнью, рядом со всем самым главным и необходимым. Ну и кроме того, пляжи можно выбирать, потому что небольшие такие бухточки, они на протяжении всей береговой линии Херсонеса расположены. Кроме того, хочу заметить, что вот этот вот регион Ираклиона, он достаточно удачный для того, чтобы ваши гости отправлялись на экскурсии, потому что трансфер экскурсионный в любую часть острова отсюда достаточно удобный и короткий. Это как бы середина острова. Отсюда можно поехать и на запад, и на восток, и при этом чувствовать себя комфортно в поездке. Она не будет занимать более 1,5 часов, ну, если мы не говорим о том, что вы едете в Ханию. Blue Bay Resort. Это мы как бы уже переходим западнее, за Ираклион. Есть небольшой полуостров, который называется Агия Пелагия. Агия Пелагия – это место для тех, кто любит глазами однозначно, потому что те живописные виды, те потрясающие морские просторы, которые можно увидеть с вершины этого полуострова, все отели здесь расположены как раз-таки на возвышении, на макушечке такой, да, они для любителей романтики и мечтаний. Да, я очень рекомендую бронировать индивидуальный трансфер. Конечно, и групповой трансфер, он хорош, он комфортен, однако потому что при подъезде к отелю есть небольшие, скажем так, серпантины, то если гости едут с маленькими детьми, посоветую забронировать индивидуальный трансфер, он тут гораздо комфортнее. Что можно сказать про этот отель? Значит, он тоже имеет аннекс билдинг, который расположен немножечко подаль от основного здания, бассейн свой. И, соответственно, какие плюсы? Гости, которые хотят немножко спокойного отдыха, могут забронировать себе там проживание, потому что если им захочется активной анимации, они всегда могут добраться до основного здания и, собственно, там все это увидеть, получить и узнать. К пляжу необходимо спускаться, пляж 300 метров, в 200-300 метрах от отеля, и вот это, конечно, такой момент, который следует говорить гостям тоже, однако на большое количество наличия бассейнов оно компенсирует. Херсонесус Марис, идем дальше. В обратно немножко вернемся в сторону Херсонеса. Это небольшой отель, очень его любят европейцы, потому что он маленький, уютный, выполнен в виде критской деревушки, рядом небольшой пляжик галечный. Однако тот пляж, который находится непосредственно напротив отеля, он достаточно узенький и каменистый, но если гости пройдут буквально 50 метров вправо или влево, они найдут потрясающие пляжи с мелкой галькой или песочной, на которые приезжают даже сами местные греки. Здесь очень хорошая кухня. Отель входит в сеть Херсонесус, в сетку отелей, и также отсюда, значит, здесь можно получить спа-процедуру. Гости могут получить спа-процедуру, если они того пожелают. Это предусмотрено. Хрисалис. Хрисалис – это очень интересный отель. Скажу вам сразу, интересный он, потому что является эксклюзивом в этом сезоне компании Амботис. Это 4-звездочный отель, вы видите аэрофотографию, вот она здесь. Здесь показан хороший береговая полоса, немножко, наверное, плохо вам видно, но опять-таки можете найти фотографии на нашем сайте и посмотреть уже более подробно. Значит, что можно сказать про этот отель? Поскольку он, опять-таки, недалеко от Херсонеса, очень удобно добираться до главной инфраструктуры, до центра жизни бурлящей. Здесь всего 40 номеров, но
Могу сказать, что он прекрасно подойдет для спокойного романтического отдыха, а также для молодежи, которые вот хотят быть недалеко, вроде как от Херсонеса, но в принципе предпочитают достаточно спокойный отдых в течение дня и уже вечером. Кернос Бич — это следующий отель в районе Ираклиона. Давайте я немножко ускорюсь, потому что я вижу, что время у нас чуть-чуть поджимает. Итак, Кернос Бич. Очень спокойный отдых, качественный сервис. Его мы рекомендуем гостям, которые знают, чего хотят. Вот он прям, и номерной фонд здесь соответствует, и питание, и в 12 километрах находится гольф-клуб, где для гостей устанавливаются льготные условия, поэтому это такая высококачественная, действительно высококачественная четверка с потрясающими возможностями отдыха. Филоксения — небольшой трехзвездочный отельчик, который расположен в регионе Малия. Его мы рекомендуем для молодежного и спокойного молодежного отдыха, да. Опять-таки, как я уже говорила, потрясающие виды, замечательный пляж и непосредственная близость к курорту делают Филоксению очень удобным для отдыха от 20 до 35 лет. Вот самая та аудитория. Анна Мария Вилледж, Анисарас. Это как раз-таки тот район, где прекрасный семейный отдых, большие пляжи, конные фермы, если помните, да, я об этом говорила. Значит, в 100 метрах он находится от песчаного Мали. Здесь, кстати, хочу заметить, зонтики-шезлонги в этом отеле платно, поскольку расположены на основном на муниципальном пляже, а все пляжи Греции, они муниципальные. Однако у бассейна, конечно же, все это гости могут получить абсолютно бесплатно. Рекомендуем Анну Марию Вилледж для молодежного отдыха и бюджетного спокойного семейного отдыха. Лино Маре, который является также эксклюзивом компании Амботис. Обратите внимание в этом сезоне на этот отель, пожалуйста. Расположен в Амударе, именно в том районе, где в начале и в конце сезона вы можете предложить своим гостям отличный activities, как это говорят, развлечения, да, активные виды спорта. Небольшой уютный отель, достаточно хорошие номера, чистые, просторные. Питание bed and breakfast предлагает, однако это совсем не является каким-то дискомфортом для гостей, потому что вокруг расположено множество таверн, в которых можно поесть за вполне приемлемые деньги. Тем более вы знаете, что греческие порции, они достаточно большие. Никогда не стоит заказывать один салат на одного человека греческий, да? Поэтому Лино Маре, вот, пожалуйста, обратите ваше внимание на картинке. Вы можете видеть, что песчаный галечный пляж, достаточно широкая береговая полоса, место найдется всем. Бельведеро Парк также наш, значит, особенный отель. Он расположен в Агии Пелагии, в 150 метрах от шикарного пляжа. Пляж там действительно потрясающий, к сожалению, вот вы сейчас его не увидите, но опять-таки посмотрите на нашем сайте. Апартаменты все оборудованы кухонным. А по запросу, пожалуйста, сделайте, если вам необходимо что-то еще приобрести в отель. Чистые, просторные, светлые номера, замечательное место для отдыха бюджетного и для отдыха, собственно, с детьми, но уже не маленького возраста, потому что маленький возраст требует большего комфорта. Thania Apartments. Thania Studios Apartments – это небольшой тоже отельчик, который работает по системе RR, Room and Rates, в Агии Пелагеи. Такие апартаменты, в которых вы можете взять проживание, приготовлять еду сами, потому что также имеются кухонные уголки, и иметь возможность пользоваться замечательным пляжем. Вот, кстати, этот пляж можно отнести также и к предыдущему отелю, о котором мы говорили, Belvedere Apartments. Они все находятся приблизительно в одном районе Агии Пелагеи. Имейте в виду. Переходим к следующему региону, регион Ретимно.
Ретино – это потрясающее место, где много не только достопримечательностей культурных и исторических, но и природных достопримечательностей. Именно здесь, между Ретино и Ханьёй, на западе острова, да, как я уже говорила, более зеленая территория, находится единственное пресноводное озеро на Крите – озеро Курнас, на котором плавают лебеди, можно покататься на катамаранах, отведать замечательную форель. В общем, все для того, чтобы провести свой отдых замечательно. Кстати, хочу сказать, что вот если из Херсониуса, Херсониус зимой как бы замирает, потому что туризм оттуда уходит, город Ретино живет полной жизнью в течение всего года, там очень много молодежи, очень много студентов, соответственно, достаточно хорошие кафетерии, достаточно хорошие заведения, рестораны, бары и по приемлемым ценам. Потрясающая набережная, по которой, безусловно, стоит прогуляться. Greek Hotel White Palace, первый отель, который мы представляем в регионе Ретино, это белоснежное здание, выполнено в роскошном средиземноморском стиле. Пляж этого отеля отмечен голубыми флагами неоднократно. И летом в определенный сезон сюда даже приплывают откладывать свои яйца черепашки карета-карета, которые занесены в Красную книгу. Отель, конечно же, рекомендуем только для релакса, только для престижного отдыха. Очень популярен он у людей, которые занимаются йогой, потому что здесь действительно наступает такое умиротворение, когда можно сосредоточиться на себе, а благодаря еще высокому сервису Greek Hotel, я думаю, что каждый гость будет чувствовать себя комфортно. Greek Hotel Caramel – это небольшой бутик-отель, который расположен непосредственно рядом с Ретино, но в небольшом отдалении. То есть какое-то время либо нужно проехаться, либо прогуляться достаточно долго по… недолго, прошу прощения, по дороге. Отель новый, голубые тона здесь использованы, потрясающий опять-таки пляж, и он является такой изюминкой Greek Hotel, потому что небольшое количество номеров. И благодаря такой немножко необычной, какой-то новому дизайну, который завораживает гостей с первого практически шага. Что хочу сказать про этот отель, он придется, конечно же, по вкусу любителям естественной природы и комфортного отдыха. Aquila Resina Beach – это, несомненно, семейный отель. Благодаря тому, что расположен на отличном пляже города Ретино, да, он уже немножко подальше находится, восточнее, в 7 километрах от Ретино. Здесь, значит, комплексы бунгало, которые мы рекомендуем для семейного размещения. Чем примечателен Aquila Beach? Потрясающий детский клуб. Потрясающий, в котором дети могут остаться на ночь. Там настоящий детский городок. И ясли клуб, опять-таки, то есть отель делает все возможное для того, чтобы отдых с детьми был максимально комфортным. В том числе можно и на ночь оставить детей в этом детском клубе, про который я говорила, но родителям необходимо присутствовать в этом случае в отеле. Такое условие. Greek Hotel Creta Palace. Также семейный отдых с отличным пляжем. Здесь потрясающая кухня. Очень любят русские знаменитости приезжать в этот отель. Это я неоднократно видела и слышала. Ну и большая территория, конечно, делает его комфортным для всех. В том числе для мам маленьких деток, которые приехали на отдых, да, и которые вынуждены передвигаться пока еще в силу возраста с колясками, а также для детей, для людей, прошу прощения, с ограниченными возможностями. Greek Hotel Club Marine Palace – это очень интересный отель. Его можно разделить как бы на две части. Одна часть отеля, которая находится немножко ближе к побережью, она более активная, и часть, которая находится чуть-чуть выше, через небольшую дорогу, она как раз-таки является идеальным местом для семейного отдыха, потому что там представлены небольшие детские горки и, в общем, все необходимое для развлечений с детьми. И кухонные уголки есть также в той части отеля. Уже спустя ближе к морю можно найти и анимационные программы, и морские водные виды спорта и развлечений, и потрясающие поля, которые
Детишки могут просто побегать. Этот отель все-таки рекомендуем мы для семейного отдыха, но и также для достаточно спокойного отдыха молодежно. Грик отель Плаза, городской отель. Городские апартаменты выполнены в лидской деревушке, как вы можете это видеть. Замечательное питание, грекотелевское качество, небольшое. Рядом с городом Ретимно можно пройтись пешком до самых главных достопримечательностей. И пляж находится через небольшую дорогу, песчаный, протяженный, очень комфортный для купания. Джоан Бич. Джоан Бич расположен прямо на берегу моря в местечке Аделе. Это тоже входит в местечко в регион Ретимна. Как вы видите, такие бангало каменные, да, очень интересная архитектура, песчаный пляж, хорошие номера, спокойный семейный отдых будет благоволить гостям этого отеля. И Джоан Палас, который находится уже в Ретимно, тоже городской отель. Городской отель. Вы видите, какие виды открываются из окон номеров. Мы рекомендуем его для отдыха пар, потому что, конечно же, вот такие бассейны, такая городская архитектура для тех, кто любит живописные виды и хочет быть в центре города. Ну и небольшие троечки, однако важные. Это Крета Резиденс, который обладает хорошей ухоженной территории, хотя и достаточно небольшой бассейн, прекрасные номера здесь. И главный плюс это, конечно же, пляжи и его месторасположение, потому что великолепные променадные улицы Платаньяса, они завораживают уже не первый год туристов со всего света. Италия Бич, это Бали, Бали, прекрасные бухты, замечательные живописные виды. Бали очень зеленая деревушка. Однако тихо и спокойно, поэтому здесь гостям этого отеля Талия Бич мы рекомендуем брать машину на прокат и путешествовать по острову, а уже в остальное время от путешествия наслаждаться всеми сервисами и услугами отеля. Кстати, очень хорошее питание в этом отеле, очень жалуют гости кухню. Ну и мы переходим к нашему последнему региону, регион Ханья. Это самый-самый-самый зеленый регион острова Крит. Ханья красавица, жемчужина, как ее называют сами критяне, венецианская. Здесь и уникальные природные достопримечательности, потому что именно в этой части находятся потрясающие пляжи Лафониси и бухта Балас, где вы можете видеть до 18 оттенков воды в солнечную погоду невооруженным глазом, который переходит от бирюзового в зеленый, темно-синий, потрясающий колор, цвета, палитра, потрясающая палитра цветов. Здесь и Элнисин, о которых говорят, что есть розовые пески. Именно, кстати, здесь проводили свой отдых романтический вендинг. Романтическое свадебное путешествие принцессы Дианы и принц Чарльз. Именно благодаря этому, наверное, и получила свою известность этот район как один из наиболее подходящих для пар и для свадебных путешествий. Сам город Ханья является чем-то несравнимым. Это венецианская набережная, это небольшие узкие улочки, которые напоминают Венецию. Маленькие кафешки, деревушки, цветы, спускающиеся по домам, по старинным домам, все это произведет незабываемое впечатление на гостей. И обязательно, если не проживать в этом регионе, то нужно хотя бы съездить сюда на экскурсию для того, чтобы увидеть это собственными глазами. И первый отель, который я бы хотела представить в регионе Ханья, это Pilot Beach. Pilot Beach – отличный семейный отдых. Он находится в потрясающей уединенном, живописном и действительно спокойном месте. Здесь отличный пляж, прекрасная еда, в отеле прекрасное питание. Здесь гости могут найти замечательный спа-центр, получить все необходимое. Особенность у этого отеля такова, что он тоже достаточно протяженный, и можно передвигаться на клабкарах или отправиться, например, в соседнюю деревню на паровозике, который везет прямо к озеру Курнас.
В этом отеле достаточно много репитеров, потому что если влюбляются люди в Pilot Beach, они здесь остаются и приезжают сюда из года в год, поэтому вот для семейного спокойного отдыха его, конечно, можно абсолютно смело рекомендовать. Отель Happy Days – это идеальное место для релаксации и отдыхи. Он расположен прямо на побережье, буквально в 100 метрах от пляжа. Здесь очень комфортные номера, профессиональное обслуживание и достаточно приветливая атмосфера. А поскольку очень много гостей любят путешествовать именно отсюда, также вы можете совершить путешествие по всему региону Ханья и получить еще массу впечатлений. Ну и последний на сегодня отель – это Каврус Бич. Каврус Бич Резорт, 3 звезды. Чем удобен? All-inclusive питание, что немаловажно. Находится в отдалении немного от основной инфраструктуры населенного пункта. Однако, что стоит заметить, трансфер во все эти отели, в том числе в Каврус Бич, он достаточно продолжительный, поскольку этот отель находится в 100 километрах от аэропорта, да? Пожалуйста, предупреждайте гостей, что вот будет такая особенность, нужно будет немножко проехаться. Однако те пейзажи, которые гости увидят по дороге, они несомненно скрасят путешествие. Каврус Бич мы рекомендуем для семейного спокойного отдыха на лоне природы. Ну, а также для путешественников, которые хотели бы снять машину на прокат, как я уже упоминала, и поездить по острову. У нас еще осталось совсем немного времени для того, чтобы я могла рассказать вам о экскурсионной программе, которую компания Amotis Holidays представит в этом сезоне на Крите. Мы порадуем вас новинками, потому что в этом году мы планируем усилить свои позиции по паломническим турам, по паломническим экскурсиям на острове Крит, поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Всю необходимую информацию вы можете получить у нас, обратившись в наш офис. И опять-таки мы произвели улучшение нашей экскурсионной программы, да, то есть доработали какие-то маршруты, доработали какие-то экскурсии, сделали более удобным передвижение, поменяли объекты местами в экскурсионной программе для того, чтобы порадовать еще больше в этом сезоне наших гостей. Куда рекомендуем отправиться? Конечно же, вечерняя Ханья, как я и говорила. Вечерняя Ханья – это экскурсия, которую обязательно нужно увидеть. Но единственное, я хочу заметить, что вот из Агиуса Николаус, из района Лосити, она, конечно, не очень возможна, но там достаточно и там будет хорошо гостям, которые там проживают, потому что и на сам Агиус Николаус вечером можно любоваться бесконечно. Гортина-Матала. Прекрасная экскурсия. Тоже в этом году она у нас представлена в немножко обновленном варианте. Мы ее делаем в качестве групповой экскурсии, а также индивидуальной. Чем интересна Матала? Это потрясающий пляж, на котором когда-то собирались в 70-х годах. Это стало место паломничества хиппи, которые селились в небольших пещерах Матал. И говорят, что даже музыкантов Битлз провел какое-то время медитации в одной из пещер для того, чтобы написать свой хит. Западный Крит – это экскурсия, которая включает в себя прогулку по море Темно, прогулку по всему Западному Криту, да, по региону. Прошу обратить ваше внимание на экскурсию Кнос Арханес. Это все тот же Кносский дворец, всеми любимый, всеми обязательно, конечно же, включаемый в свою программу своего путешествия. И Арханес в этом году добавился как новый объект. Это прекрасный тематический центр, где гости могут увидеть представление, которое расскажет об истории Греции в музыке, танцах и, в общем, сценическими атрибутами. Все это можно будет посмотреть. Экскурсия начинается утром либо днем. Здесь вот есть выбор у наших гостей. Остров Гамбуса, бухта Балас, то уже о чем я
вкратце коснулась. Что хотела сказать особенно? Обратите, пожалуйста, внимание, что в этом году мы представляем VIP-экскурсию на Сантурини. Сантурини – это тот остров, где свершаются судьбы, где каждый мечтает побывать, потому что остров, конечно, невероятный. Он словно жемчугом усыпан церквями белоснежными. Он находится в кальдере вулкана. Здесь есть и черные, и красные, и белые вулканические пески на пляже. То есть это что-то потрясающее. Побывать на Крите и не побывать на Сантурини – это просто непростительно, дамы и господа. И в чем заключается хорошая новость? Теперь экскурсии на Сантурини можно будет осуществить не только на групповом пароме, как это было возможно до недавнего времени, или на вертолете, который тоже пользуется достаточно большой популярностью, но и на таком вот high-speed boat, который представлен на моем слайде. Значит, в чем здесь плюсы? Лодка идет на Сантурини 1,5 часа. Вы можете себе представить, какое-то грандиозное событие, какая-то потрясающая экономия времени, потому что люди получают на Сантурини гораздо больше времени. Гораздо больше времени на то, чтобы исследовать остров, погулять, для того, чтобы увидеть его, сфотографироваться практически во всех живописных местах. Ну и кроме того, нельзя списывать со счетов, конечно же, комфорт такой яхты. Будет запоминающейся не только сама поездка на Сантурини, но и сама морская прогулка, потому что яхта выполнена в люкс-классе, потрясающий салон, все это ждет наших туристов компании «Амбодис» в этом сезоне на острове Крит. Вот и подошел к концу практически наш вебинар. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вы узнали много новой полезной информации. Я благодарю вас за то, что вы были с нами. Как я и обещала на слайде, вы можете увидеть адреса наших офисов в России. Это Москва, Казань, Ростов, Самара, Санкт-Петербург, Ульяновск и наш головной офис, из которого, собственно, я и веду сегодня вебинар. Это офис в городе Салоники. Пожалуйста, обратите свое внимание, что у нас работает онлайн-система бронирования для партнеров из России. Это online.ambotis.ru. И онлайн-система бронирования для партнеров из других стран, кроме России, это online.ambotis.gr. Также, пожалуйста, присылайте свои вопросы, пожелания и все, что вас интересует на наши электронные ящики. Это crs@ambotis.gr. Я прошу моих коллег еще раз написать это в чате, пожалуйста, для того, чтобы те люди, которые чтобы те люди могли записать это и просто скопировать, возможно, чтобы визуально это обозначить. Спасибо вам огромное. Сейчас мы поставим для вас еще одно потрясающее видео об острове Крит. Пожалуйста, задавайте свои вопросы в чате. Мы будем отвечать на них еще в течение 10 минут. Я желаю вам хороших продаж, удачного сезона и следите за нашими следующими вебинарами, которых тоже сейчас график скинем вам в чат. Спасибо большое, всего доброго и хорошего дня!